Кролики – это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического мяса. Кто не умилялся этой реплике юмористов? Но тема выращивания кроликов сегодня особенно серьезна и актуальна. Наполнить рынок скороспелым диетическим мясом – задача вполне посильна для кубанских предпринимателей. Компания «Панкроль», находящаяся в станице Староминской, предлагает услугу запуска кролеводческих ферм, консультирует начинающих кролиководов. Директор фирмы Артур Гадун поделился с анапскими фермерами своими знаниями. Готовы полностью оснастить кролиководческие предприятия, начиная от здания сооружения, заканчивая поставкой маточного поголовья и ввода его в эксплуатацию. Представитель Министерства сельского хозяйства перерабатывающей промышленности Кубани, начальник отдела развития малых форм хозяйствования и агротуризма Андрей Сокин рассказал о государственной поддержке, которую осуществляет краевой бюджет совместно с федеральным для крестьянско-фермерских хозяйств в виде гранта. Одним из слушателей семинара стал преподаватель Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Приехал в Анапу с детьми в отпуск. Если это будет здесь развиваться, а тем более здесь корма, возможность есть готовить, плюс есть возможность индивидуально это развивать, затем, может быть, крупное фермерство, и потом какие-то предприятия, то это будет замечательно, если такая возможность реализуется здесь, как в одном из лидеров сельскохозяйственного направления. Из всех отраслей животноводства самым выгодным на сегодняшний день с точки зрения финансовых и трудовых затрат является кролиководство. В короткий период времени при правильном уходе за животными фермер может получить вкусное диетическое мясо и меховое сырье в большом количестве.